Добрый дамы и господа, дорогие друзья. Большое спасибо за ваше посещение нашей презентации сегодня. Сегодня вообще погода очень хорошая, да? Но час назад я был здесь очень душно. Сейчас нормально, да? Не душно? Да. Но вообще это сейчас сколько градусов? Сейчас. Раньше 3 часа, 2 сейчас, а 3 часа, еще 3 часа градусов. Но у меня есть вопрос, это Казахстане, это для меня это первое лето. Это не так жарко, да? Обычно так. Так это обычная погода. Да. Не жарко? Нет, не жарко. Вообще-то у меня такой живот, из-за такой погоды. Проблема это по продаже кондиционера. Вообще-то все говорят, в этом году не так жарко, поэтому очень плохо продать. Если так это жаркая погода продолжается до конца июля, тогда мы можем делать больше бизнеса. Я надеюсь, так будет. Но еще раз, мы снова рады видеть вас на презентации новинок от Samsung Electronics. Samsung неустанно продолжает инвестировать в свои силы и ресурсы в развитие новых технологий, что позволяет нам оставаться лидерами в индустрии. В недавнем прошлом наши новинки в сфере видео, фото и мобильных телефонов, включая наш флагман Samsung Galaxy S4, заслужили очень положительные отзывы и продолжают пользоваться большой популярностью у наших потребителей. Это было бы невозможно без вас всех. Я хотел бы сказать спасибо журналистам и блогерам за ваш интерес и постоянную поддержку наших партнеров, которые желают огромный вклад в развитие бизнеса Samsung. И, конечно же, наши покупатели, без которых был бы невозможен наш успех, за их любовь и к продуктам Samsung. Одним из наших главных стремлений является привносить инновации в жизнь наших потребителей, делать их выбор шире. И сегодня мы горды представить вам новые устройства линейку Active. Это планшеты, ноутбуки и моноблоки на OS Windows 8, сочетающие в себе функциональности, оперативности и мощности в утонченном дизайне. Все эти продукты были совсем недавно представлены на глобальной презентации в Лондоне. Наверное, вы уже заметили, что мы тоже старались сегодня воссоздать это настроение и атмосферу. Но ничто не передаст ее так, как сами наши продукты. Я хотел бы подробнее рассказать вам о каждом из них. Samsung постоянно следит за трендами, желаниями и нуждами наших потребителей. Кто сегодня может представить свою жизнь без компьютера, планшета или другого электронного девайса для работы и досуга? Современному пользователю, живущему яркой, активной и креативной жизнью, необходимо устройство, которое вы могли всегда быть с ним в любой ситуации. Они должны быть легкими, производительными, красивыми и удобными. Разрабатывая свои IT-продукты, компания Samsung Electronics старалась создать как раз такие газеты. И сегодня я хочу познакомить вас с нашим семейством девайсов,
даже работающих на OS Windows. Это планшеты ActiveTab 3. Самый тонкий в мире планшет на платформе Windows 8 по функциональным возможностям не уступает обычным компьютерам. Это ноутбуки ActiveBook GBS. Можно это попробовать, если хочется. Один из самых тонких ноутбуков в мире. Точно корпуса нового ноутбука Samsung составляет только всего 16,9 мм и весит 1,44 кг. Что делает его еще легче и мобильнее. И моноблоком ActiveOne 5 универсальные стационарные компьютеры с не только превосходными техническими характеристиками и дизайном, но и возможности с сенсорного управления и контроля частями. И, конечно же, наш универсальный планшет Transformer ActiveQ, который уникален своей функциональностью планшета и практичностью персонального компьютера. ActiveQ обеспечивает непревзойденное устройство работы, благодаря не только удобному дизайну, но и сенсорному экрану сверхвысокого разрешения и Peru S Pen. Samsung ActiveQ также позволяет запускать приложения для OS Google Android в среде Windows, что отказывает пользователя с целью в два огромных мира. Разве это не удивительно? Все эти продукты еще раз доказывают, что Samsung является трендсеттером в сфере инноваций. Сегодня у вас есть еще одна возможность в этом убедиться. Надеюсь, каждый из вас найдет девайс по душе. Спасибо за внимание. Желаю приятного вечера. Спасибо большое.